Привет, друзья! С вами Алексей, Николай, и сегодня мы занимаемся ремонтом, или как сказать, сервисом нашего мопеда. Короткий обзор. Мопед Vespa LX50, это 50 кубических сантиметров, 2006 года, пробег 5000 километров, 4 лошадиных силы, автоматик, то бишь вариатор стоит, и мы решили поменять, во-первых, свечу накала. Вот посмотрите, старую, новую доставай. И вот какой здесь зазор. По идее стоит 0,5-0,7 мм. Я штангеном хотел померить. Я думаю, здесь такая есть. Видишь, какой зазор между... Да, видишь, какой маленький зазор между этим и этим. Ну, здесь большой. Короче, меняем свечу. Свеча оригинальная, какая должна стоять. Чампиньон. Стоит 7 евро. Сейчас мы ее поставим. Затем мы разобрали, здесь стоит воздушный фильтр. Воздушный фильтр был грязный, я его помыл. Обратно его поставим. Какая дальше у нас работа? Все началось с чего, что мы начали здесь вошкаться? Началось с того, что у нас начал капать бензин. Потому что шланги уже прямо в руке разваливаются от времени. Мы купили новый шланчик. Так, шлангчик где? Вот такой шланг. Почему тогда у меня? Вот такой шланг купили. Тоже за 5 евро, что ли. Будем менять сейчас шланги. Затем мы поменяем колеса. Колеса мы купили. Два колеса, передние, задние. Михелин. И потихоньку. Потом еще поменяем ремень вариатора. И все в этом роде. Так что, кому интересно, можете продолжать с нами ремонтировать. Все? Да. Аккуратно. Снова свечой едет. И с новыми шлангами. Надо будет проверить, потому что шланги мы не можем обтянуть. Надо купить новые хомуты, так как шланг был толстый, оригинальный. Ну как? Подними сиденье, видно будет. Ну типа не капает. Ну не должно, по идее. Ну надо купить эти, говорю. Купить обжимку и все хорошо будет. Все, сейчас меняем колеса. Все, включим это, конечно, колесо. Сколько ему? 17 лет, да, наверное? Здесь дот есть, Made in Slovenia. Тубелец. Такое оно дубовое, ребят. Ну отключивай курим уже быстрее. Гранник, наверное, на 6 здесь. И все. Сейчас самое главное, его это надо как бы сбить с этого. Сбить можно машину по нему проехать, по колесу. А, точно, там же такая штука. Внутри. Тут как можно его зажать, и чтобы он спрыгнул. У нас монтировки, я не знаю, только третья где, накинь. Все, сейчас обжимаем. Друзья, в общем, алёп. И колеса готовы. А как мы их сделали, друзья? А мы сделали их на работе. Потому что дома я не смог их разбортировать. А на работе на станке. Резина у нас Михелин. Два колеса, две резины стоили 100 евро. Так, все, устанавливаем назад. И... Все. Че, колпачок не делали мы, что ли? Ну давай наш оригинальный. Где? Просто чтобы снять колесо, надо снимать глушитель. Вот это как бы чуть-чуть напрягает. А что, ты черный решил? Ну все, друзья, поставили, закрутили. Все сейчас у нас хорошо. Колеса стоят. Нам осталось... Мы заказали ремень для вариатора и для масляного насоса. Открутим, потом поменяем. Будет другое видео. А так, не знаю, кто сможет дома такое разбортировать, тот молодец. Я не смог. И тормозную жидкость нам нужно проверить и
если что, прокачать. Хотя тормозан еще хороший. Все. Вот такой у нас красивый мопед, который не теряется, ну, можно сказать. Новая такая модель стоит где-то больше 3000, 3200 где-то. А этот, думаю, даже за 2000 можно продать. Я купил его 5-летним, но пробег был 500 километров. Он у кого-то просто дома стоял. За 1000 евро лет 10 назад. Так что хороший мопед. Сейчас пробег 5400. Все, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Берегите себя, своих близких. Пока.